А это ему не поможет, алло, потому что я взломал его компьютер. Меня кто-то... Он кого-то набрал. Короче, кто-то взломал. Он кого-то набрал. А чтоб знал, как обманывать людей. Кто? Я продаю за 0.03. Продал? Включи микро... Нет! Поехали! Не открывай мне кейсы! Всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет самое смешное видео в истории моего канала, потому что я зайду на компьютер с камерой и накажу его. Я буду на компьютере делать все, что я захочу. Я посмотрю его историю. Я удалю его компьютер, я удалю стендов, я продам весь его инвентарь. Я его накажу за то, что он обманывает других людей. Поэтому, ребята, если вам нравится подобная рубрика, прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал. А мы переходим на компьютер того самого скамера. Все, ребята, я на его компьютере. Я могу сделать с его компьютером все, что я захочу. И самое главное, вот он, вон прямо сейчас качает пиццуху. Качает, малышечка моя. Так, давайте, пока он качает, пока он не видит, я прям сейчас немножечко на его аккаунте продам АВМ Бум за 0.03. Интересно, он заметит или нет? Я надеюсь, что нет. Продал. Все, идеально. Он ничего не заподозрил. А, ребята, вы сейчас скажете, где-то пока. А вдруг это обычный нормальный парень, спортсмен? Сейчас им что покажу, да? Обычный нормальный парень, говорите. Вас приветствует разработчик. Вы подозреваетесь в читерстве. Напишите логин и пароль. Или ловите бан. Просто представьте, он обманывал людей, и мне на него пожаловались. Ну, и я получил доступ к его компьютеру. Обалдеть, посмотрите, он абсолютно всем отправлял вот такие вот сообщения. Поэтому я прямо сегодня его очень жестко накажу. Ну, ребят, прожмите лайк, если вы против обманщиков. Но самое главное, он пытался обмануть чела с клана Маслята. Просто посмотрите, что он написал. Вас приветствует разработчик. Вы подозреваетесь в читерстве. Напишите логин и пароль или ловите бан. Мой подписчик пишет, я пароль не помню. И он пишет, вспоминай. Ничего ты налый. Поверьте мне, сегодня он обо всем пожалеет. Давайте посмотрим, что он прямо сейчас сделает. Он танцует. Так, мужики, давайте, пока он меня не спалил, я хочу открыть один кассик у него на аккаунте. Опа! Открыл. Смотрите, что выпадает. М40 грипп. Я выбил ему М40. Алло, что происходит? Кто мне открывает кейс? Алло. И стоп, или что, показалось, что ли? Он не понял, что это я. Странная забава. Так, еще ничего будет делать дальше? О, а кого это набирает? Алло, брат, ну что, как думаешь, что сегодня сделал? Ну, очередного лоха заставил. Ну, я его сегодня я его сегодня надурил. Вот такие забавные скины и кейсы он покупал, и скин софнул. Ты за это очень жестоко поплатишься. Я не знаю, скорее всего, я думаю, что еще... Он ушел! Идеально! Так, ребят, давайте проверим, его на шухере нет, он вышел, все нормально. Погнали дальше наводить суету на его аккаунте. Ой, ребятки, прямо сейчас, так, пока его нету. Слушай, давайте я просто по приколу куплю очень много монок. Интересно, какая у него будет реакция, когда он придет и все это увидит. А чтоб знал, как обманывать людей. Одна голдишка и 100 штук. Идеально. И плюс, давайте сделаем ник «Я скамер». У него ник был «Я разработчик». Ага, конечно. И сохраняем. Так, все, я купил кучу комонок. Алло, это чё? Кто на моем аккаунте? Это чё такое? Сколько их? Какой идиот это сделал? Кто мне здесь? Чё за движуху мне творят на аккаунте? Алло. Не, братик, тебя не взломали. Какой я скамер? Я не скамер. Я разработчик. А давайте я прям сейчас попробую захватить его мышку и поменяю, я полный скамер. Представьте его реакцию. Мы начинать. План скам. Я? Алло. Я... Что за фигня? Нет. Выключи, не надо. Я скамер. И сохраняем. Нет, ой, ты делает. Он меня не спалил. Это идеально. Он не понимает, чем дело. Надо пароль менять. А это ему не поможет, потому что я взломал его компьютер. Меня кто-то... Он кого-то набрал. Короче, кто-то взломал. Он кого-то набрал. Я не знаю, меня, походу, кто-то взломал, меняет здесь ники. Я не знаю, что мне делать. А не стыдно было обманывать? Кто-то купил кучу рарок и просто сидит и меняет мне пароли. Ой, не пароли, имя. Вот у меня на аккаунте. Я скамер. Кто это ставит? Я не знаю, кто это делает. Давайте напишу. Я сзади напишу. Я сзади. Вот он мне ставил ник. Он мне ставит ники. Сейчас мне поставил. Я сзади. Я не знаю, кто это. Сейчас подойду к окну машины.
Он реально верит. Так ему и надо. Пусть он запереживает. А, стоп, он не слил мне. Подожди, он мне не слил скины. Так, ребята, я прямо сейчас на его аккаунте нету трех куплю кастики. Кейсов. Смотрите, сейчас просто слушай, как он будет кричать. Он прямо сейчас мне покупает 3 фейбл кейсов. Я не могу ничего мышкой сделать, алло, он открывает, нет, у меня было еще 3 кейса, у меня их нету сейчас. Так тебе и надо, сканер галимый. А что мне выпало? Ему интересно, почему что выпало? Почему я не могу? Я ему запретил возможность управлять мышкой, нет, теперь мышкой управляет только я. Все, я тебе давайте еще один откроем. Он мне снова еще один, кто это делает, Поехали! Алло. Не открывай мне кейсы. Нет! Нет, да кто это делает? Кто? Так это агроскамер. Я не могу ничего мышкой делать. Я не могу ничего делать. Слушай, у меня есть одна очень прикольная идея. А давайте мы еще ему включим какую-то музыку расслабляющую. Про грибочки. Что за? Грибочки. Грибочки. Смотрите, что включил. Кто? Кто это включает? Что за фигня? Алло. Какие грибочки? Давайте сделаем у них танцуй. Заставим его танцевать, чтобы он знал, как скамить. Выключи эту фигню. Танцуй. И пусть он танцует под грибочки. Чего? Танцуй? А ты мне вернешь тогда аккаунт? Конечно, верну. Танцует, родной. Да ты шо? Так, ладно, ребят, давайте, короче, мы еще выключим грибочки у него на аккаунте. Так, мужики, давайте посмотрим, что он там делает. Он меня заставил танцевать, я не знаю, что за фигня у меня происходит с компьютером. Я даже прикоснуться к нему не могу. У меня ни мышки не работает вообще. Все, идеально, мужики, все. Так, мужики, пока его нет, давайте перейду к нему в историю. Он там пытается поменять пароль. Что? Посмотрите его историю! Бесплатный софт на стендов 2? Не, это ненормально. За это я его очень жестоко накажу. То есть он использует софт? То есть помимо того, что он скамер, он еще и софтер? Ой, мужик. Я даже не могу пароль поменять вообще ничего. Все, не палимся. Не палимся, я ничего не делаю. Я вот, надо, чтобы немножко успокоился. У меня ничего не работает, вообще ничего. Я не знаю, что мне делать. Слушай, я вырублю в микрофон. Он, походу, понял, что я его слышу по микрофону. Все, ребята, ничего страшного. Так, мужики, я прямо сейчас решил посмотреть и обратить внимание, что я нашел. У него есть папка скам. Папка скам! Аватарка и пароль, инструкция и кого скамнул. То есть это скамер с опытом. Поэтому я считаю, то, что его надо проучить просто по максимуму. У него есть переписка. Что людей обманывают, то есть все пруфы, то что он по-любому банчик, как что он делает. Посмотрите, как он злится, что там рассказывает. Братанчик, ты не знаешь только одного, то что тебе это не поможет, потому что я уже на твоем аккаунте. Давайте я ему сделаю ник ключи микро. Пусть включает, выключи микро. Так, я ему сделал ник ключи. Че? Еба, смотрите на его лицо. Давайте, мы сейчас его накажем за то, что он скамил. Давайте, ему дам сейчас задание, смотрите. Первое задание, продай свой нож. Я хочу, чтобы он прямо сейчас продал свой нож. Так, мужики, я прямо сейчас написал булдроп. Какой нафиг булдроп, ты мне пол инвентаря слил. Ты что, мне сейчас его на булдропе будешь поднимать или что? Да, буду поднимать на булдроп. Посмотрите на выражение лица. А вы знаете, что был дроп? Был дроп! Это топовый дроп! Тем более, там добавили новую коллекцию кастиков, там добавили новый вент фабрика эльфов! Фармишь карамельку. Эту карамельку мне аж на топовые скины. Поэтому, мужики, если вы не хотите, чтобы у вас был такой же инвентарь, как у этого чела, посмотрите, что он там делает, да? Залетайте на булдропчик, а сверху на башкой есть секретное слово. Вы его можете вести и забрать свой приз. Все нужны ссылки снизу, а мы идем дальше наказывать этого вонючего скамера. Продай свой нож. Я не хочу продавать свой нож. Зачем? А ты уйдешь с моего компьютера тогда? Как ты это делаешь вообще, алло? Я уйду. О, смотрите, какой-то расстроенный бедный скамер. Я ему отдал мышку. Блин, продать свой нож? Продавай, ты вонючий скамер! Ты сколько подписчиков заскамил? Давай я все вот это продам вместо ножа, и мы разойдемся. А у меня... Я не могу его продать. Я, видишь, не могу. Он у меня из батл пасса. Забирай у него мышку. Блин, опять? Что за фигня? Ну как он это делает, алло? Посмотрите, я захожу, просто он сейчас будет кричать. Как нет, девочка. Нет, пожалуйста, не надо, прошу тебя, не надо. Я буду под песню «Грибы 10 часов» танцевать, только пожалуйста, ну не надо нож, ой, перчатки сливать. Не надо, да, а как он, представьте, людей обманывал? Я думаю, надо, мужики. Я продаю за 0.03. Все, ребят, надо. Я продаю. Чувак, ты что делаешь? Алло, не надо, пожалуйста, не сливай. Подписчики, а вы как думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А тебе было не жалко тех включи, людей, которых ты обманывал? Продал? Включи микро. Нет, заходи, Блин, блин, блин.
площадке, он мне перчатки только что слил. Я не знаю, как он это делает, я не могу ни компьютера прикрыть, ничего сделать. Давайте дальше продавать. Наклейку сотру. А он с кем-то по телефону разговаривает, смотрите, по телефону разговаривает. Я не знаю, как он это делает. А он буду набрал другого с камеры. Он буду набрал другого с камеры. И этот с камеры ему дает какие-то советы. Стираем! Он стер опять, он стер, он мне просто сливает стены. Он бьет кресло, бьет кресло. Уже он злой. Зачем ты это делаешь? Зачем, алло? А зачем ты обманывал подписчиков? Я хочу прямо сейчас попродавать его скины премиум. Ой, ребята, я понимаю, это очень жестко, но поймите и вы меня. Но он это заслужил. Давай комментировать пароль. А он не понимает, что ты ему не поможет. Он не понимает, что ты ему поможет. А может быть мы шарпкастик откроем? Теперь он мне зашел в кейс. Отлично. Открываем! Он опять его открыл. О, ну хотя, ну это все равно не окупает мои перчатки. Зачем он... Я думаю, надо еще продать. Продать этот P350. Он еще и потом, сливать их хочет. И потом мы ему дадим задание. Ну оставь его, ну хотя бы его оставь. Ну пожалуйста, не надо, чувак. Пожалуйста, чувак. Ну не сливай все. А как ты скамил? Это тебе за то, что ты обманул других людей. Погнали! Знаешь, что я сделаю с этой гири? Я приду и засуну тебе ее глубоко и надолго. Понял? А давайте мы еще, если он такой наглый, давайте мы еще скажем извинись. Что такое наглый? Ну извинись, быстро извинись. Че? Извинись? А ты не будешь мне тогда сливать скины? Ты мне так пообещал потанцевать. Вот такие ты мне слил скины. А, я понял, все, мужики. Он не хочет извиняться. Давайте напишу извинись. Быстро! Быстро! О, это будет как приказ. Ты что думаешь, что я пойду по твою дудку? Ничего, он борзый. Ну ладно, ну извини меня, пожалуйста. О, вот так бы сразу. Давайте мы еще у него спросим, ты скамер? Какой я скамер? Я не скамер. Давайте сделаем личечку, ему покажем. Смотрите, что он писал. Да это не я писал, но не ты. Скамер я. Ой-ой-ой. За то, что он врет, я думаю, надо продать еще один его скин. Да ты же пообещал, что ты уйдешь, ну куда, куда ты лезешь? Я думаю, надо вот эту наклеечку прямо сейчас приклеить. На! Камонку! Какую камонку? Ну куда ты ее клеишь? Я их специально собирал. Ну, я думаю, что это уже слишком жестко. Давайте мы напишем. Я напишу извинись. Чего? Я хочу, чтобы он искренне извинился и чтобы больше никогда не обманул. Извинись! Ну ладно, извини меня, пожалуйста. Ну, с кем не бывает. Ну, решил я немножко подзаработать. Что я с этим поделаю? Ну, что ну, поделаю? Ну, прости, пожалуйста. Ну, только выйди из моего аккаунта. Извинись на коленях! А вот надо! Надо! Извинись на коленях! Если это реально поможет, то я извинюсь. Блин, ребят, ну, мне кажется, он искренне извиняется, нет? Братва, кого он заскамил? Прямо сейчас напиши в комментариях. Извини меня, пожалуйста. За то, что я не нашел твой аккаунт и не слил его, выйди из моего аккаунта, хватит все сливать, ты задолбал уже. Вот это он говорил, вот это он зря сказал. Не так он покупал всего. У него еще есть 800 серебра, давайте еще все серебро сольем. Что он опять собирается делать? Просто потрачу все его серебро, чтобы у него ничего не было. Ну зачем тут хоть серебра-то мне немного? Оставь серебра, да? Пока он искренне не извинится, я буду продавать его инвентарь. Найс, открыли. Давайте опять пишу. Извинись искренне. Чего, извинись искренне? За что мне извиняться? Я же ничего такого не сделал, алло. А, ничего такого не сделал, говорит? Вас приветствует разработчик. Это не я. Ну, ладно, ну, давай так-то. Я вот сейчас перед тобой извинюсь. И больше, пожалуйста, уйди из моего аккаунта и больше не появляйся здесь. Давай, договорились, все. Только без таких, как потанцевать под грибочки, что-то еще делать. И в итоге ты никуда не ушел, мне все просто слил. Давайте напишу. Извинись быстро. Я думаю, он не самоубийца, он еще должен извиниться. Ну, как адекватный чел? Ладно, хорошо. Я последний раз стою на колени и последний раз извиняюсь перед тобой. Слушай, ну вроде это возможно, это искренне был. Становится на коленышки, мой маленький, малышечка ты моя. Пожалуйста, чувак, выйди из моего аккаунта. И удали нафиг стендов, выйди из моего аккаунта. Не буду перед кем извиняться. Ты что думаешь, что я здесь перед тобой подстилка? Нет, не буду я извиняться, выходи быстро. Ой-ой-ой! Все скины мне посливал, еще хочет, чтобы я извинялся перед на коленях. А вот это прямо ты должен сейчас передо мной извиняться. Я удаляю стендов, он напросился. Ну что ты делаешь, чтобы попросил, выйди нафиг из моего аккаунта, уходи. Я не понял стендофа. Я удаляю. Я не стендов. Понимаю, как. Прямо сейчас. Что? И мы смотрим на реакцию. Нет. Он не удалил стендов. Оу!
нет больше у него стендоффа. Уйди из моего компьютера, уйди, пожалуйста. Выйди, не удали, ты мне и так все слил. Я думаю, хватит. На этой хорошей, замечательной ноте, когда мы наказали нового Нечевскамера. И добро, как обычно, победило зло. Прямо сейчас, ребята, прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал. Если вам понравилась подобная рубрика, напишите хэштег продолжение. Ну, с вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока-пока.